не плей-офф, это начало Кубка России, а это Родриго! Какой же классный удар сейчас у бразильца проходит. Бразильец, который здесь и забивает в том числе, но еще пока что здорово играет как ассистент. У него 6 голевых передач уже было перед этим матчем, а теперь еще и 5-й гол на Кубке России. В исполнении Родриго великолепный выстрел. Вот примерно чем-то этот гол похож на мяч Владислава Шкута. Ворота московского Локомотива в групповом, опять же, этапе.